Приветствую вас, друзья, и огромная благодарность всем, кто оказывает поддержку. Что означает беспорядок в доме? Или, если точнее даже выразиться, что говорит о человеке беспорядок в его доме? Вот ответ есть в самом слове «беспорядок». Беспорядок, то есть бесовской порядок. Это означает, что присутствуют бесы, сущности. И присутствуют они не только в доме, но в большей степени в человеке, в его голове, так скажем. Потому что беспорядок в доме – это всего лишь отражение внутреннего состояния человека. Это говорит о том, что человек одержим вот, сущностями, бесами. Ну, как правило, это начинается в легкой степени. Кто-то может возразить, мол, ерунда все это. Да, беспорядок, но я могу быстро очень навести порядок. Да и к тому же никто этого не видит. Но очень важно понимать, что беспорядок в доме, он начинается с беспорядка в голове. Вот беспорядок, когда в голове, то есть вот эта темнота, одержимость, то это, конечно, переносится вовне. То есть беспорядок в голове, беспорядок в доме, беспорядок в отношениях, беспорядок в делах, беспорядок в здоровье. И если все это так оставить, то все это закрепится и крайне негативно повлияет на всю жизнь, на все сферы жизни. Вот что нужно сделать? В течение 21 дня вот постарайтесь, чтобы в доме был идеальный порядок. Почему в течение 21 дня? Потому что за это время вот все новое, оно закрепляется, очень хорошо закрепляется. И вот в течение этого времени, как я сказал, пусть будет идеальный порядок в доме, просто это поддерживайте. И вы увидите, что начнется просветление. Вся чернота уйдет. Начнется просветление в голове, просветление во всех сферах вашей жизни. И все это очень благоприятно на вас отразится, на всех ваших делах. И никакие сущности, бесы больше не смогут вас одолеть, не смогут вам помешать. И еще, друзья. Вот почему никого нельзя прощать? Обязательно посмотрите видео, которое сейчас на экране. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.